Слава Господу, слава Богу! Вы знаете, славить Бога – это целая привилегия. Я знаю много людей, которые с радостью славили бы Бога, но им не разрешают. То ли политическая ситуация, которая самая влиятельная, то ли религиозная ситуация, то ли семейная ситуация, всякие ситуации. Если у тебя есть возможность свободно выразить свою славу Богу, радуйся. Ты один из немногих блаженных людей. С вами пастор Генри Мадава в эфире «Голос Победы». Я вот думал однажды, что если Бог Небес пришел к тебе и сказал, человек праведный, который принял Иисуса, это ты, надо радоваться, что ты праведный. И Бог бы сказал, я хочу дать тебе ключ. Меня радовать всегда, то есть радовать Бога. Даю тебе ключ, чтобы решать все вопросы жизни. Даю тебе ключ, чтобы все твои молитвы имели ответ. Ты бы сказал, да, Господь, как можно быстрее дай мне. И Бог скажет, праведный верою своей жив будет. И ты скажешь, да, это я уже слышал, в том-то и проблема. Что когда Бог говорит, что праведный верой жив будет, Он дал нам ключ к решению всех вопросов. Я очень помню, когда было очень модно слышать или читать книгу, называется «Языки любви». Если, чтобы показаться модным, надо было знать свой язык любви. Я до сих пор не могу разобраться, какой же у меня. Мне кажется, $1 000 000 – это мой язык любви. Но в любом случае, заметите, у Бога есть язык любви. Его язык любви – это вера. Даже Библия говорит, без веры даже не вздумай, что ты сможешь угодить Богу. Он начнет улыбаться только с того момента, когда ты начинаешь верить. Помни, идешь к Богу, у которого язык любви называется вера. Поэтому, когда ты веришь, ты угождаешь Богу, ты радуешь Бога, Он доволен, Он любит, Он хочет дать тебе благословение. Вера – это Божий ключ ко всем Его благословениям. Давайте послушаем эту проповедь. Бог вас благословит. Праведный верою своей жив будет. В жизни часто нам помогают люди во многом. Но в конечном итоге, чтобы жить, ты должен учиться что-то делать сам. Например, родители могут нас там помогать нам, дать нам условия жизни. Но для того, чтобы жить, не умереть, ты должен сам дышать. Если дадим тебе все условия, но ты не дышишь, ты умрешь. И наши все вспомогательные условия тебе не помогут. Заметите, что Бог специально так сделал, что где-то главные включатели ты сам. Поэтому точно так же по поводу нашей жизни в Царстве Божьем, хождения с Богом и в этой жизни. Пастор Генри может проповедовать. Пастор Генри может молиться. Лидеры могут проповедовать и молиться, подсказать, посоветовать, окружать тебя. Но ты будешь жить своей верою. Это то, что твоя вера спасет тебя. Твоя вера сохранит тебя. Твоя вера защитит тебя. Твоя вера поднимет тебя. Мы можем подсказать. Мы можем посоветовать. Мы можем вдохновить. Мы можем учить. Мы можем говорить тебе, сюда хорошо, туда плохо. Это нельзя, это можно. Мы можем. Но в конечном итоге, твоя вера и твое решение. Скажите аминь. Библия говорит так. Послание к Римлянам, 1 глава, 15 стих по 19. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Это Павел пишет. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, и иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив
будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Есть такое понятие благовествования. Благовествование состоит из двух слов. Благо, весть. Состоит благую весть в том, что кто-то умер за тебя. Кто-то отдал жизнь за тебя. Кто-то занял твое место. Страдания, мучения, чтобы ты занял его место, благословение. Благая весть. И Павел говорит, я не стыжусь благовествования Христова. И он объясняет, почему. Он говорит, потому что в это благовествование, он говорит, сила, есть сила Божия к спасению. То есть ты можешь стоять перед людьми, которые смеются, которые не хотят слушать. А ты говоришь все равно, через минут 10-15 начинает меняться атмосфера, и многие из них в конце покаются, спасутся, получат избавление. Никогда не стыдитесь благовествования, потому что там есть сила Божия, которая откроется. Надо, главное, говорить. Второе, он говорит, открывается в ней, в благой весть, в благовествовании, открывается праведность Божия. То есть правда Божия или праведность Божия от веры в веру. А как же праведность Божия приходит к человеку? Как оно открывается мне? У Бога есть носитель, который приносит праведность в нашу жизнь. Когда мы говорим людям об Иисусе, благую весть, что Иисус сделал, если они примут, то праведность Божия входит в жизни данного человека. И когда праведность Божия приходит, кое-что еще бывает. Дело в том, что Библия говорит здесь, что ибо в мире открывается гнев Божий с неба на нечестие и на неправду человеков. Заметите, что план Божий не высвободить свой гнев на человеков, нет, а на нечестие и неправду. Поэтому для того, чтобы избегать вот этот гнев Божий в твоей жизни, не дружи с нечестием, не дружи с неправдой человеков, принимай праведность и живи по праведности. Ибо написано, праведный верою своей жив будет. Каждый живет своей верою. Заметите, эта вера, о которой мы говорим, что каждый живет, она у разных людей разная. Настолько разная, что если Бог работает с нами, каждый его верою, а у нас вера настолько разная. И вы знаете, что я обнаружил? Бог настолько нас любит, что Он приходит на уровень твоей веры и поможет тебе там, где ты. Расширяй свою веру, увеличивай свою веру, потому что Библия говорит праведности от веры в веру. Есть масштабы, которые расширяются без конца, не оставаясь в начальной стадии веры, но для хождения с Богом вера, которая у тебя сейчас уже есть, достаточно, чтобы получить ответы на твои нужды и решать твои вопросы с Богом. Написано тут, Евангелие от Марка, 9 глава, 17 стих. Один из народов сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывают его, подвергают его на землю, пускают пену и тому подобное. Вот я привел к ученикам твоим, и они не смогли изгнать». 21 стих. «И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним? Он сказал, с детства.
И многократно Дух бросает его в воду, чтобы погубить его. Слушайте слова Папы. Но если ты можешь, сжалился над нами, помоги нам. 23 стих. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, верую, Господь, помоги моему неверию. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, дух немой и глухой, и я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И, короче, в тот момент мальчик исцелился. Это первый уровень веры, который мы встречаем здесь. Это очень низкий уровень. У этого человека сын болен с детства при том. И папа плачет, и сын плачет, и мама плачет, и друзья плачут, все плачут. И вот Библия говорит так. Он привел своего сына к ученикам. Не сразу к Иисусу, к ученикам. Ученики помолились, ничего не получилось. И приходит Иисус. И когда пришел Иисус, вопрос, который задал этот человек, показывает его веру. Если сколько-нибудь можешь, то есть, Иисус, скажи мне честно, можешь ли ты мне помочь? У тебя есть чем мне помогать? Этот папа не уверен в том, что Иисус может. Не уверен. Конечно же, Иисус перенаправил его. Говорит, слушай, дело не в том, сколько я могу. Дело в том, сколько можешь верить. Потому что все возможно тому, кто верит. Скажите, все возможно тому, кто верит. Иисус пришел на уровень этого папа. Он не оставил его с ошибочной верой. Нет, он исправил. Он подсказал, что надо. Но все равно его сына исцелил. Еще одно проявление веры. Евангелие от Луки, 5 глава, 12 по 14 стих. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе. И увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его, говоря, Господь, если хочешь, можешь меня очистить. Первый сомневался в способности Иисуса, а этот сомневается в желании Иисуса. Смотрите, что сделал Иисус с этим. Он говорит, простер руку, прикоснулся к нему и сказал, хочу очистись. И тотчас проказа сошла с него. Иисус исправил его неправильные взгляды. Что ты сомневаешься в том, что я хочу? Я хочу! Но Иисус не сказал, две недели практиковать то, что я тебя научил, потом вернись ко мне. Тут же он прикоснулся и исцелил. Третье. От Луки 7 глава, 1 стих по 10. Когда он окончил все слова сии, свои, к услышавшему народу, то вошел в Капернаум. Когда и у одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, он достоин, чтобы ты сделал для него это. Тоже большой урок. Не только слуга приносит пользу своему господину. Этот господин приносит пользу всему обществу. За него заступается иудеи. И тогда Иисус сказал, я пойду исцелить его. Но когда он далеко еще был от дома, сотник прислал к нему друзей и сказал ему, не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинение воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому, приди, и придет, приходит. И слуге моему сделай то, и сделает. Услышав сие, Иисус удивился ему, и, обратившись, сказал идущему за ним народу, сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим.
Это идеальная вера. Это вера, которая говори слово и будет здорово. Иисус сказал, вот это да, вот это оно, вот так надо верить. Но и его тоже, Бог ему помог, исцелил его слугу. Первый, там, где был сын, Иисус не исцелил на 10-ю часть, потому что вера слабая. Он полностью исцелил. Второй, где прокаженный, он не исцелил на 4-й час, потому что вера слабая. Он полностью исцелил. Прокаженный, этот сотника, слуга, исцелил полностью. И все эти три веры, они разные. Они на разном уровне. Но заметите, Бог пришел на их уровень и исцелил их, и помог им. И сегодня точно так же в нашей жизни Бог приходит на уровень нашей веры. Подскажет, научит, поможет. Сила не настолько в твоей вере, а сила в Боге, с которым ты имеешь дело. Развивайся от веры в веру. Расти в слове, расти в Боге, и вера твоя теперь может быть много чего достичь. Когда она маленькая, она много не сможет. Но тем больше она растет, тем больше ты сможешь делать в жизни. Но вопрос возникает. Хорошо, если я хочу получить от Бога, иметь успех в этой жизни, на что мне тогда направить моя вера? На что? Номер один. Две вещи, которые нужно направить. Первое. Направляй свою веру, маленькую, большую, на то, что Бог благ, и Он любит тебя. Смотрите, Псалом 102, с 1 по 5 стих. Библия говорит, «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». «Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Но Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизни твою, венчает тебя милостью, щедротами, насыщает благами, желание твое обновляется подобно орлу, юность твоя. Это называется полнота отношения Богу к человеку. Полнота здесь. У Бога есть много благодеяния, и мы их все хотим взять. Заметите, что говорится, Он прощает грехи твои, исцеляет недуги твои, насыщает благами тебя. И настолько, что твоя юность обновляется, как у орла. Слава Богу! Смотрите, Бог благ. Когда Иисус пришел на землю, Бог показал через приход Иисуса, как Он относится к людям, как Он любит людей. И чтобы освободить людей от сатаны и от действий дьявольских, и перевести всех людей в царство своего. Почему люди часто приходят и говорят, что Бог не благой, Бог не прощает, Бог не исцеляет, Бог не благословляет, Бог не насыщает благами? Вот как получается. У кого-то бывает негативный опыт. Он пытался что-то делать, не получилось. Молился за кого-то, тот не исцелился. И на основании неудачи, извините за слово, за провала чего-то у кого-то, они начинают мысленно, внутри себя, отменять благость Божия, которая в Библии, потому что у них есть негативный опыт. Поэтому, как они говорят, Бог уже дает болезни. Нас учит этим. Вы представляете, если бы Иисус ходил по земле? Эй, женщина, да, вот вам на вам кровотечение от моего отца. Это подарок от отца, чтобы учить вам смирение.
Это же было бы дурдом. Отец дает болезни, а Иисус исцеляет. Так же было бы не так. Церковь победа. Дух Антихриста – это дух, который идет против всего, что делал Иисус. Это дух Антихриста. В том числе учения, которые отрицают то, что добился Иисус на кресте. Это дух Антихриста. А мы не позволим этому духу жить через нас. Мы принимаем все благодеяния Его. И Он благой, и Он любящий до сих пор. Второе. Мы верим не только в том, что Бог благой. Наша вера направлена на благость Божия, но также на благовествование. Скажите, благовествование. А почему благовествование? Потому что благовествование высвобождает силу Божию. Римлянам 1:16. Павел говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что она сила, есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, и иудею, потом и еллину». Когда мы слышим благовестие, первое, не стыдись, смело говори, озвучь благую весть. Она работает для людей, которые ее не стыдятся. Не позволяй ничему впечатлять тебя настолько, что благая весть становится стыдной вещью. Ты из Божьего Царства. Ты рожденный от Бога. Пожалуйста, займи свое место в рядах Божьего Царства. Вера есть у всех. Она разного уровня. Но благость Божия придет на уровень каждого и решит все вопросы. Доверяя Его благость, доверяя благую весть, Его Слову, живи жизни в полном доверии Богу. Слава Богу, слава Богу. И вот я хочу вам сказать, каждый раз, когда люди приходят к Богу с верою, Он отвечает. Вот сегодня я хочу вам показать некоторых людей, которые услышали проповеди, поверили, а это язык любви Бога. Если ты поверил, Бог отвечает. И вот они попросили, и Бог их исцелил. Давайте посмотрим. И сразу после этого я буду молиться за вас и ожидай свое чудо. Посмотрим. Месяц сильно болела спина, она не могла даже ходить, нагибаться. Сейчас боль полностью прошла. Вы не могли ходить и нагибаться, Оля? Да, болела особенно, даже утром просыпалась, и боль в спине была постоянной. И вот когда вы так делаете? Не болит. Не болит? Не болит. Боже, спасибо легко. Тебе. Легко, легко стало. Слава Богу. Порезал сухожилие, сшивали. Да, сшивали сухожилие, дважды операцию делали. И было, ну, не чувствовал два пальца. Какие? И вот эти два. Эти, да. И сейчас? Ну, сейчас вот этот отошел с этой стороны. То есть этот еще начал чувствовать, да, полностью? Да, вот это, ну, этот уже начался. Начинает работать, да. Сколько лет, как это произошло? Буквально год назад. Год упал назад. На двигай их, и чувство есть. Вот это, ну да, естественно. Это чудо, потому что если сухожилий нет, чувство не может само. Это надо, чтобы что-то создалось, вернуться назад. Господь, спасибо за полное исцеление. Аминь. У Галины есть? Была аденома левого надпочечника. Во время молитвы она почувствовала, будто там все вправилось и уверена, что сейчас все хорошо. Где левый надпочечник, надпочечник и размер 30 миллиметров. Это уже очень большая аденома. И во время молитвы Господь коснулся, я почувствовала, знаете, вот как бритва, когда бреется, мужчина жужжит. Вот я услышала там, как жужжание. Они, которые без жужжа, они бреются. Боже, хорошо. А мне вот таким образом. Боже, спасибо тебе за это. Людмила пришла с сильной болью в правой стопе. Сейчас боль практически прошла. У вас была боль в правой стопе? Да. Под стопой внизу и вот тут вот сбоку я даже не могла наступать и вот так вот не могла делать. Давайте сейчас мы делаем. Ага. Ой, можно придержаться на вас? Да. Хорошо.
оступать? И наступаю. А на одной ноге? И на одной постою. Хорошо. Слава Богу. Пусть вас Бог благословит. Идти до краев земли и проповедовать Евангелие – призыв Господа Иисуса, который остается неизменным. С 2003 года служение «Христос для всех городов» расширяет границы и завоевывает новые территории для Царства Божьего, проповедуя Евангелие в странах Азии, Африки и Европы. Фестиваль Иисуса – это место, где каждый может прийти и получить свое чудо от Бога. Место, где тысячи людей, слыша благую весть, обретают спасение, исцеление и восстановление. Мы благодарим каждого партнера служения «Христос для всех городов» и тех, кто единоразово жертвовал финансы для проведения фестиваля Иисуса. Великолепно! Я всегда так рад и доволен, когда я пастор Генри, я важный, но внутри я прыгаю, как ребенок, когда я вижу столько чудеса, потому что Бог живой. И когда Бог творит чудеса, это так благословляет и оживляет. Вот если ты хочешь сегодня получить свое чудо, первое чудо надо принять Иисуса в своем сердце, как своего Спасителя и Господа. Помолись со мной прямо сейчас. Скажи: Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Войди в мое сердце, Иисус, и будь моим Господом и Спасителем. Во имя Иисуса. Аминь. Теперь я хочу помолиться за тебя. Если у тебя есть болезни в теле или любые проблемы, возложи руку на место, которое болит, или на сердце. Отец, я соглашаюсь с каждым из них на полное исцеление, решение проблемы и чудо в жизни во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Помните, вы особенные для Бога и для меня. Вы у Бога самые ценные. Держитесь за Ним, Он любит вас.